Бля, я в шоке. С этим человеком я познакомилась в Мюнхене пару недель назад. Вот, и господин Подков, заметив мой российский паспорт, обратился ко мне с просьбой выпить моей воды. Насколько я помню, он еще сожрал два моих протеиновых батончика и упаковку Миши Ками. Так мы и познакомились. Всем привет, я Михаил Панков, синий поезд Михаила Панкова. Я сегодня вылетаю в Норвегию, в Академию Frontline, чтобы посмотреть там секретных техник, потренироваться с ребятами и просто провести время в Норвегии. Сейчас я в аэропорту имени Фредерика Шопена. Жду посадки на самолет. И, как вы можете заметить, я одет в кимоно, потому что иначе мою сумку не выпускали в ручную кладь. Сажусь в самолет. Следующая остановка Норвегия. Посмотрим, что там меня ждет. Коммент за лужицу и красивую женщину. Два часа идеального сна, и вы в Норвегии. По-моему, отлично. Можно в Москве в метро больше провести, чем до Норвегии на самолете лететь. На самом деле, вот и Осло, как вроде как столица Норвегии, если я не ошибаюсь, аэропорт тут меньше, чем в Тюмени. В Тюмени больше аэропорт, ребята, вам есть чем гордиться. Я в Осло минут 10, но я уже потерялся, и меня уже разыскивают мои люди, чтобы я окончательно не пропал и там не был угнан в горы пасти овец. Как казалось, мои люди приехали в другой аэропорт, ну или я прилетел в другой, как бы, но сейчас я буду добираться в центр города сам. Бля, я в шоке. Я в шоке. Я купил билет на автобус. Вот я купил билет на автобус за 2300 рублей, чтобы доехать до Осло. У меня билет на самолет стоил туда-сюда 3000, а тут я за 2300 купил билет. Твою мать, куда я попал? Блять! Что ты ждешь? Привет! Здорово! Это Юля! Всем привет! Я Юля! Родилась в Новосибирске, в Новосибирском академгородке. Последние 6 лет живу в Осло, в Норвегии, тренируюсь в фроглайге. Так сложилось, на самом деле, это был просто первый попавшийся клуб, о котором я услышала. Вот. Я никогда не думала, что мне понравится заниматься грэмплингом или каким-то таким leverage-based спортом. Вот. Но пришла из первой тренировки, страшно понравилось. А потом закрутилась, появилась куча друзей. Вот. И теперь это мой первый дом. В зал Академии Frontline. Здесь очень красиво, бело-черный дизайн. Впрочем, вы сейчас сами все увидите. Привет, как тебя зовут? What's your name? Я родился и вырос в Рио. Я начал тренировки с 6 лет и тренировался с небольшими перерывами. Еще будучи мальчишкой, я встретил моего учителя Рикардо Либорио и с того момента очень загорелся джиу-джитсу. И именно он вдохновил меня на этот путь, и это моя жизнь сейчас. Это наш профессор, мы любим его очень.
Окей, а что это за место, что это за зал? Пусть ему расскажет о зале. And just a little bit about Frontline, different places. Впервые я приехал во Frontline в 2006 году. Зал уже существовал, люди уже тренировались, и здесь уже были грэпплеры достаточно высокого уровня. Называют какие-то непроизносимые местные имена. В джиу-джитсу люди старались развиваться, хоть здесь и не было ни одного черного пояса. Я приехал сюда навестить моего друга Ренато, который переехал ранее в Норвегию. В итоге сдружился здесь с ребятами в зале. Я провел несколько занятий в качестве тренера, и они предложили мне переехать и работать здесь. Мы начали работать вместе, и с того момента сейчас в нашем зале тренируются от 4-летних детей до бойцов UFC. Чемпионов мира, Pan Americans. И некоторые русские захаживают. Да, и русские. Спасибо. 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 Йоу. Юля, где мы? Что это за место? Это центральная станция. Осло. Что пересечение, здесь есть? Пересечение всех путей, всех трамваев, автобусов, поездов. Сейчас я нахожусь на местной площади трех вокзалов. То есть центральная станция, здесь пересекаются трамваи, автобусы, цыгане с наркоманами гуляют. Ну, то есть все как в Москве, в принципе. От чего уезжал, к тому приехал. Маш, активнее размазывай. У меня кожа должна быть нежная, попка полонденца. Ну, как попка точно будет. Размазывай, усиление, да, нежно, да, молодец, ути, да, пятачочек. И так, да, и теперь почесать. Вот рука вот не замазана, да ты башку почеши мне. Да, все, отлично, все, спасибо. В 10:30 здесь дрилл-класс. Я не знаю, платный он или бесплатный, но ребята просто собираются и дрилят трехминутными отрезками. Все, Полков, вали в Москву. Привозите еще таких.